2004 года рождения, боксом занимается 6 лет. Он провел 61 бой, в 44 одержал победу. Тренируется под руководством Талгата Ирсултанова и Нуржана Карикжанова. К данным соревнованиям готовил Талгат Ирсултанов. Раунд 2. Yeah.
Закончился второй раунд в синем углу отдыхает Бахтияр Гафуров, мастер спорта Республика Узбекистан. Ему 20 лет, боксом занимается 10 лет. Еще в боях идет. Тренируется Бахтияр под руководством тренера Хасанова. Winner by unanimous decision of the